сегодня журналист – это не тот, который пишет про экономику, не тот, кто фотографирует, не тот, кто видео снимает. Сегодня нужен журналист, который делает все это один, да? Он пишет текст, он читает, снимает видео, он смс-ит, да, какие-то новости, срочно в номер выдает. Это универсальный журналист. По-другому его сейчас все называют универсальный солдат. Это на самом деле солдат, который делает всю работу. Если вы хотите пойти в журналистику, имейте в виду, что вам придется делать все вот это, потому что, и даже больше, потому что вы другое поколение журналистов, да, вы другое поколение, вы будете работать уже с такими технологиями, которые, ну, нами не снилось называется, да, это будет по следующей серии айфона, которые будут не просто там передавать мне на мой браслет, там, сердцебиение мое, да, сколько шагов я прошагала, оно будет мерить, наверняка оно будет мерить и давление.